Сегодня в городе Мариуполе, в центральном районе, по улице Митрополитской, в районе первого мебельного торгового центра, произошло столкновение двух транспортных средств, автомобиля Mazda и автомобиль Skoda. Вот, касательное столкновение, отчего автомобиль Skoda продолжил движение и совершил наезд на припаркованный еще автомобиль. В результате данного происшествия четыре автомобиля получили механические повреждения. На данный момент составляется схема. Водители дают пояснение по факту дорожно-транспортного происшествия. В процессе разбирательства в отношении водителя, который, в чьих действиях будет нарушение правил дорожного движения, будет составлен административный протокол по статье 124 административного кодекса. В результате данного происшествия травмированных нет.